Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня, ребята, поиграем с вами в свеженький релиз, который называется Dungeon Inc. Или, как я его называю, подземная корпорация. Ну что же, ребята, давайте посмотрим, что у нас здесь за игрушечка такая. Так, идет загрузка. Хе-хе-хе, добро пожаловать в наш дружный коллектив. Предыдущий менеджер только что лишился должности. Вместе с головой. Ты ведь будешь верен интересам корпорации, правда? Но верность нужно доказать на деле. Докажем. Провернув страховую аферу. Пожар страхования. Ну что ж, соглашаемся. Так, что это он так обрадовался-то? А, поджигают здесь все. А смотри-ка, что они делают. Ладно. Отлично, после таких несчастных случаев все приходится начинать с нуля. Однако у них есть серьезные плюсы. И какие же? Во-первых, страховая выплата. Во-вторых, пропадает этот ужасный запах. Ты свободен. Варвара поможет тебе освоиться на новой должности. Привет. Вот это да. Как это произошло? Все только руками разводят. Сама же подожгла все. Нужно восстановить подземелье. Надеюсь, ты продержишься дольше, чем твой предшественник. Не сомневайся. Так, офис, и у меня единичка. Один рублик. Ух ты, офис я открыл. Ясно. И у нас идет что, ребята? Улучшение. Ну, давайте-ка. Что-то как-то кислое идет у нас улучшение. Такой сидит там. Групповая закупка. Хм. Так, ну, нам надо, ребята, как-то развиваться, что-то делать. Но я не могу пока понять, что именно от меня требуется. Так, ну ладно, будем пока улучшать. О, наша компания получает прибыль от торговли золотом и алмазами. Открывая новые отделы, мы сможем увеличить и ускорить добычу золота. Ага, понятно. О, канцелярия. Давайте открывать. Чувачок на цепи там график рисует мне, а. Так, скорость x2. К урону касанием. Хм, интересно. Так, чтобы открыть рудник, мне нужно 240 золотых. Отлично. И тут у нас какой-то... Это вообще кто такие? Какие-то тролли, что ли, маленькие? Или гоблины? Походу, да. Походу, это они. Ну, ладно. Короче, у нас идет прибыль. К нам заглянул Проныра, тренер главного босса по личному росту. Его программа повышения мотивации и прибыли творит чудеса. Пора посетить колесо мотивации. Ага, ну давайте нажмем. Эта штука позволит оптимизировать рабочий процесс и обойтись без перекуров. Отлично. Вращай колесо, и эта новая технология расширит твои горизонты. Вращаем. Тари-тара-та. И что вы мне дадите? Почувствую разницу. Добыча золота взлетит до небес на 2 часа. Я сообщу тебе, когда производительность снова упадет. Назад. Так, отлично. Это меня радует, что... Ух, плавильня. Великолепно. Сидит там, пишет, а? А нет, он за рычаг дергает, да. Плавильня, значит, тут еще сад. Угу. Ну что же, давайте, наверное, ребята, улучшать что-нибудь в конце-то концов. Так, здесь у меня... О, пошло. Это же рыцари налогового ордена. Они всегда пытаются устроить ревизию. Устроим им ловушку. Открывай ворота и касайся незваных гостей. Давай, ага, вот так мы их, значит, истребляем. Ну что же, какие-то они лопушки. Слава акционерам, мы выстояли, и все благодаря тебе, естественно, мне. Ну, то есть мы не сомневались, что ты справишься. Еще бы. Похоже, они кое-что обронили. Сундук, забираем. И что у нас тут будет? Деревянный. Размазня. Уровень один. Что такое? Ух ты, бабла подогнали. Вот это хорошо. Так, ого, у нас появился новый работник. Говорят, перемена места работы резко повышает производительность. Сейчас мы это проверим, ребят. Давай назначим его в один из отделов. Ага, давайте в офис, значит. Ну иди, размазня, работай. Назначить. Так, я смотрю, у него тут свои статы определенные есть. Это хорошо, ребята. Ладно, назначаем его. Похоже, размазня уже освоилась в своем отделе. Ну, я надеюсь. Она поможет нам защищаться от будущих ревизий.
Продолжай улучшать отделы, чтобы твои касания наносили больше урона. Ясно, значит, будем, ребята, развивать. Ну, у нас тут много чего есть, да, офис, канцелярия и так далее и тому подобное. Ну что ж, давайте приступим, наверное, ребятушки. Хотя я могу уже открыть сад. Опа-на, это кто там у нас поливает, он, видите ли. 2,88 миллионов идет, инкубатор. 28 миллионов надо, да вы опупели, что ли? Так, аферист. Выполнил я анчивку. Так, замечательно, значит. Помоги своему новому работнику отбиться от них. Что? Ага, опять идут. Так, вы не пройдете никуда, ребята. Всем лежать. Да, довольно неплохо я бью, и почему-то все равно наношу по 10 урона. Так, мы их провели. Сундучок. Еще отступный один бакс заработал. Ну и что тут? Ларчик, новый сотрудник. Ух ты, и размазня. Что такое? И еще и 5 миллионов дали. Ну что же, я вполне доволен. Кто там? Опять размазня? Кажется, он мечтает о повышении. Ну что ж, повысим давайте. Работники желают быть востребованными и незаменимыми. Ясно. Так, на посту размазня. Повысить 100 золотых. Повышение по службе придает работникам уверенности. Ну, это меня радует. Теперь она будет еще яростнее бороться за честь компании. Ну, как я посмотрю, статус у нее повысился. И, соответственно, урон. Это меня радует, ребята. Так, а вот это у нас отчет, оказывается, идет. До следующего наступления. Ладно, пока будем, наверное, развиваться. Так, что мы можем вообще сделать? Инкубатор, 28 миллионов. А у меня всего пока 12. Слабовато, надо где-то еще подкопить денежку. Давайте сюда попробуем поставить вот этого чувачка. Ларчик, ближний бой, золотой кулак. Угу, неплохо. Что, просто сундук? А, нет, нет, смотрите. Ага, значит, там кто-то сидит. Нормальная ловушечка такая. Так, один ап есть. Два апа. Игра что-то напоминает мне кликер чем-то. Так, осталось, ребята, минуточка практически, и на нас будут нападать. Давайте-ка здесь полностью попробуем полностью ее проапать. Так, и еще один разочек осталось. Вот так-то оно будет лучше. Ну что, я так понимаю, это предел. Значит, мы будем сейчас с вами канцелярию. Нет, офис. Нет, это был офис только что. Канцелярию, да, будем повышать. Так, ну что, где там у меня враги-то? Чего они нападают? Я, в принципе, готов их встретить. Надо было ларчик поставить вот сюда все-таки, а не в рудник. Ну да ладно, я так понимаю, переставить их уже нельзя. Так, давайте 3 апа. По 5 апов на, скажем, на каждый уровень, да? Черт, не хватает денег немного. Все, 17 секунд, сейчас пойдут опять эти, как и ревизия, будет на нас нападать. Ну, а мы, соответственно, будем их убивать и отбиваться. Так, на посту, на посту. А, можно снять. Ну, нам это пока ни к чему. Вот здесь вот кадры. Кадров там... О, все, ребята, ребята, звук идут. Идут архаровцы. Отлично, блин, одного не добил. Ага, он спустился вниз, уже два лучника. Опа, смотрите-ка, как размазня сделала свое дело. Мы провели их. Ага, и еще заработали сундук. Что на этот раз? Смотрим. Опять ларчик? Ну что же, хорошо. Продолжаем, ребята, играть. Хм, нам нужно обратиться к Подгорело. Ну и название. Он в таких делах просто незаменим. Так, кто такой Подгорело? Доброе утро, я отвечаю за ресурсы компании. Что-то нужно? Золото, алмазы, сундуки, все, что пожелаете. Кстати, у меня есть подарок для тебя, новому работнику от главного босса. Забрать. Сундук я получил, ого, железный. И... новый сотрудник, Фингал. Ух ты, еще 5 кристаллов. Вау, 146 миллионов. Вот это спасибо, босяра. Отлично, ты можешь использовать алмазы и получить от меня больше сундуков. И новый работник, его стоит назначить в один из отделов для защиты. Шикарное предложение для меня. Так, Фингал, да? Значит, он у нас не на посту. О, ларчик мы можем повысить. И это хорошо, ребята. Прокачанные сотрудники нам всегда нужны. А теперь, ребята, мне нужно куда-то пристроить моего нового сотрудника, Фингал, который звать.
Так, давайте, наверное, его в сад поставим. Ага. Отлично. У него суперудар называется «Последний удар». Ну что, назначаем. О, да он как прям вышибало какой-то. Так, инкубатор. 28 миллионов. Отлично, мы можем открыть. Так, а что там у нас? Пока что-то непонятно. Какие-то гуси, утки там сидят. Ну, в принципе, ладно. Пока все у нас под контролем, ребята. Денежки капают. 214 миллионов у нас уже имеется. И сейчас пойдут архаровцы. Что ты там орешь, а? Так, я смотрю, у нас здесь... Ага, так, забрать. Ага, еще одну анчивочку мы с вами сделали. Так, а что у нас тут внизу творится? Пока ничего хорошего нету. Так, у меня, я так понял, прибыль денег идет на 3x. И будет еще 2 часа идти. Это хорошо, это радует. Так, осталось 40 секунд, ребят. Ага, можно так вот даже сделать. Не дожидаться времени, и за это я получаю кристаллы. Слушайте, они какие-то уже стали более мощные. Смотрите, я не смогу их убить. Но хорошо, что у меня здесь стоит размазня, которая, в принципе, довольно неплохо с ними справляется. Отлично. Так, мы провели их и забираем деревянный сундук. Что на этот раз из него выпадает? Ну-ка, ага, миллиард уже. Ёлки-палки, 1 миллиард я получил. Так, давайте-ка срочно что-нибудь с вами откроем. Что у нас тут? Салон. Ага, нужно 2,5 миллиарда. Нихухо тут денежки-то, елки-палки. Да, такие бы в реале иметь. Вот это было бы классно. Так, что тут у нас? Ага, я могу фингала повысить. Елки-палки, урон повысился прилично, кстати. И это очень хорошо. Скорость движения очень быстро у него. Хм, неплохо. Так, может быть, еще разочек очередную? Нет, давайте, наверное, все-таки проапаемся. А что будет, если интересно... Опа, на это что такое? Летучие мыши какие-то летят. И оставляют нам сундучки, из которых выпадают денежки. Замечательно, я этого не знал. Так, давайте здесь, наверное, тоже полностью прокачаем рудник. Так, три апа уже есть. И еще осталось 2. Денег там не хватит. Я думаю, даже с головой. Так, нет, уже пошло на уменьшение. Ну давай, 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 последний остался. Отлично. Так, ага, мышь опять летит. И опять она дает нам деньжата. Что меня очень радует. 193 миллиона у меня, это хорошо. В принципе, даже хватит, наверное, все проапать. Денежки текут рекой. Ну-ка, что у нас здесь у подгорело? Малый ящик, 250 кристаллов. Ага, эпические, редкие, обычные. Шикарное предложение. Да уж. Сколько мне придется копить? Тут донат. Ясно. Ладно, мы это пролетаем мимо. Все у меня пока отлично. Все на посту. Позволяет нанять 6... Ого! Летающий остров. Тут что-то у нас новенькое будет потом в дальнейшем, ребята. Так, тихо-тихо, мышки, куда полетели? Давайте ко мне денежку сюда. 260, 270. Ух ты, деньги просто в обалденной пропорции у меня прибавляются. Что не может не радовать, естественно. Что ты там сказал? Что там прохлюкал? Так, 278 миллионов. Отлично. Так, сколько времени? Все, ребята, сейчас уже пойдут. Уже пойдут. Одна секунда. И выходят красавцы. Наглые такие, да? Смотрите. Ёлки-палки, по 10 урона наношу. Ну сколько мне их бить-то придется, чтобы убить хотя бы одного? Так, ладно. Они все прошли сюда. Ну-ка, давай-ка, размазня, устроим тут карнавальную ноченьку. Так, один лучник остался. Бабах. Нет, размазня, не умирай. Фу, слава богу. Так, что, ага, мы получаем опять с вами сундук. Деревянный опять же. Ну что же, 1,5 миллиард мы заработали. И это отличненько. Только куда бы мне эти денежки-то потратить, а, ребята, как вы думаете? Давайте пропустим и начнем еще разок. Слушайте, по-моему, мне кажется, что с каждой последующей атакой эти ребята становятся только жестче. Ух ты, уже 15 наношу урона. А, видимо, смотря на каком они этаже находятся. На том, значит, 10. Тихо-тихо, размазня, стой на месте. Ух ты, подбили они мне мою размазнюльку. И что, отдел закрыли? Так, ну-ка, давайте, сейчас мы заодно с вами и посмотрим, что представляет из себя ларчик. Ну-ка, ох ты, ты смотри-ка, вылез он, кулаком звезданул.
И все, и лучник помер. Так, опять деревянный сундук. Новый сотрудник, дохлый номер. Ну и название, блин, дохлый номер. Ну что ж, давайте вылечим нашу размазню за 3 кристалла. Так, мышка, куда я полетел, отдай деньги. Вот и другой разговор уже. Замечательно. Так, ларчик у меня целый. И нам нужно пристроить теперь, а и пристраивать-то некуда пока. Давайте салон откроем. Мне передали, что главный босс вызывает тебя в свой кабинет. Ну что опять произошло? Давайте посмотрим. Пора открыть вам мой секрет успеха. Ну-ка. Страховая афера позволит получить стоимость вашей компании в игробаксах. И что ты предлагаешь? Твой филиал неплохо поработал, пора его разрушить, получить страховку. Пожар. Так, что-то здесь нечисто, ребята. Ага, опять эта бабенка, и она поджигает мою компанию. Какого лешего? Так, я получаю 47 баксов. Ха-ха-ха, страховая компания никогда не узнает правды. Теперь у нас хватит игробаксов, чтобы создать реликвию для вашего филиала. Реликвия. Создать реликвию. $20. Новые реликвии обеспечивают подземелье дополнительными ресурсами. Всевидящее око? Шеф, все видит. Так, доход в 16 раз, пока ты в игре. Забираем. Эта реликвия увеличивает поступление золота в 16 раз, пока ты в игре. Со временем ты сможешь заполучить новые реликвии и улучшить уже имеющиеся. А теперь пора снова за прибыль. Ну что же, все понятно. У меня есть 27 баксов. Реликвия. Ну давайте... Так, что тут у нас? Лесной форт. Ну-ка давайте эту дохлый номер повысим. Не хватает золота. Это пока нам не по карману. Но мы всегда можем прикупить еще золото. Не сейчас, естественно. Надо мне как-то проапать дохлый номер. Так, Лейденбург позволяет нанять 6 работников. Давайте-ка, наверное. Я сделал все возможное для эвакуации служащих. И теперь они хотят вернуться к работе. Ну что же, это хорошо, ребята. Давайте продолжим. Офис открываем. Ага, они уже на месте все. Так, птичка, отдай мне сундучок. Замечательно. Канцелярия тоже открываем. И того, что у нас получается. Так, 2 отдела. Рудник можно еще открыть. Шикарно. Доплави мне пока не хватает. Ладушки, а ну отдай деньги. Летает она там с сундучком с моим. Ага, сделали очередную анчивку. 1 на 100. Что ж, великолепно. Давайте потихоньку, наверное, будем с вами как-то апать. Я даже не знаю, что... О, плавильня. Плавильня и сад. 480 тысяч нужно. Куда летишь? Ну-ка быстро отдай сундук. Так, надо потихоньку, наверное, ребята, апать. Так, опять летит. Ну-ка, давайте, давайте. По максималочке сделаем сейчас. И все будет у нас хорошо. Так, денег у меня сколько? О, сад открываем. Так, фингал уже на месте. И это замечательно. Ох ты, а это что за сундук такой великолепный летит? Ну-ка. Посмотри видео и получи суперусиление. Бонус к урону. Бонус к скорости. Давайте, наверное, бонус к скорости. Видео глядеть надо. Ну что ж, давайте посмотрим. Ну что, замечательно, посмотрели. И что нам это дало? Ничего пока не знаю. Не замечаю. Вижу, что мышки летают. Ух ты, кристаллик выпал. Это шикарно. Через минуту пойдут опять ребята. Кстати, я не понял немножко юмора. Зачем мы свою компанию первую сожгли? Ну, получили мы баксы. И что дальше? Что нам это дает? Рон... О, инкубатор. Давай наймем этого удивительного. Прожарка. 250 кристаллов, да вы, ребята, издеваетесь, что ли? Нет у меня столько. Давай-ка позже нафиг. О, салон. Что это, новенькое что-то такое? Ух ты, сидит, смотри какая. Ей там волосы причесывают. Потом Мидас какой-то будет открыт. Что ты там сказала? Прокукарекала. Эй, давай сюда деньги. Летит она там, смотрите-ка на нее. 880, о, уже триллион, ядрите его, Мидас, ну-ка, что такое Мидас, вау, нифига они там золото-то, просто телегами везут, шикарно, ребята, я просто миллиардер уже, так, иди сюда, так, а тут что, еще одна анчивочка, акула капитализма,
Давай деньги сюда. 3 триллиона. Ёлки-палки, а тут предел вообще в деньгах-то есть или нету? Так, это полностью мы здание проапали. Так, так, давай-ка, бабка, дохлый номер, апайся у меня. И, кстати, да, надо куда-то ее пристроить. Ну-ка, иди сюда, деньги отдай. Так, подождите, по-моему, идет нападение. Давайте быстро бабку назначаем. Что она там делает? С тележкой с какой-то. Так, давайте бомбить, бомбить срочно. Ёлки-палки, ну-ка, давай, размазня. Не подведи меня. Бомби их там всех. Всех к ногтю. Так, отдохни маленько. Вот так, в другой разговор. И получаю очередной сундучок. Что с него мне выпадет, ребятушки? Что же? Ядрить его? Да у меня уже денег столько. Еще тут мыши подносят. И еще одна анчивка. Вот вам и ревизия. Просто шикарно. Ребят, я хочу в реале столько денег, если честно. Так, ну что, я, наверное, думаю, что я могу теперь полностью все вообще проапать. Ну и, наверное, начнем с верхних этажей, да? Почему бы и нет, в принципе-то. Куда нам еще, как говорится, иди сюда. Ой, не туда нажал немножко. Куда нам, как говорится, еще тратить деньги, как не на улучшение? Отлично, просто шикарно. 152 триллиона, да это же... Ой, хотел сундук, блин, а нажал на вызов. Ёлки-палки, ладно, придется с ними расправляться. Так. Великолепная троечка идет. Ну-ка, размазня давай. Оп, молодец. Давай еще вот это вот нахлобуч. И лучника до кучи. Все, все, просто шикарно. Сундук мой. И что мне с него сейчас выпадет? Выпадает мне, ё-моё, одно бабло. Просто рекой летит ко мне. И еще анчивка. Король касаний. Я уже 10 тысяч кликов сделал. Вы что-то путаете, ребята. Так, мышка, иди сюда. И продолжаем апаться. Так, а интересно, что будет, если мы проапаем полностью все... Главный босс поощряет соперничество между менеджерами компании. Сейчас дела у нас идут неплохо, но есть способ вырваться вперед. Офисная диверсия. Это еще что у нас тут открывается? Ты можешь устраивать рейды на другие филиалы и грабить их. Ничего себе. Шикарно. Чем выше мы поднимемся в рейтинге, тем больше будет награда. Для начала надо добавить филиалу индивидуальности, дав ему название. Так, ребята, назовемся, наверное, мы с вами... Давайте назовемся Килрей. Так, а куда вводить-то тут? Ага, вот здесь вот, наверное. Нет, не получается, вот тут. Да подожди ты, там бубнишь все. Килрей. Отлично, подтверждаем. Так, что тут у нас за загрузка? Килрей, неплохо. Это имя будет вселять ужас в сердца других менеджеров. Начать рейд. Ты можешь брать с собой в рейд до 5 работников. Работники атакуют в том же порядке, в котором ты их выбрал. Автовыбор, давайте нажмем. Готов. Готовимся к рейдовому захвату. Килрей против Сэма. Начать. Отлично, все готово. Давай разнесем этот филиал. Посылай работников в бой. Нажимая послать следующего, он сам наносит урон касаниями. Ага. Так. Ну давай попробуем. Я не знаю, следующий. Так, ага, я еще сам тут могу бомбить. Великолепно, две бабки столкнулись. Но моя рулит. Отлично. Так, здесь у него стоит сундучок. Все, ой, сейчас бабку мою замочит. Нет, да. Бабка упала в свою тележку кверху с ракой. Так, размазня, получи-ка от фингала. Так, а тут уже, смотрите, у этого паренька, кстати, замок-то будет развит получше. Точнее, подземелье. Вау, вау, вау. Шикарно. Я получил какие-то ключи. Получить 8 ключей. Естественно, получить. И что нам дают эти ключи? Заработав достаточно ключей в рейде, ты сможешь открыть сундук. Ключи также помогают обходить других менеджеров в кооперативном рейтинге. Чем выше мы в рейтинге, тем круче будут сундуки. Скорее бы день зарплаты. Так, можно еще что ли начать рейд? Я не пойму, а как выйти вообще отсюда? Ну, если я не хочу, например, уже в рейде участвовать, а, ребят? Ёлки ты палки. Дима, Близ, Сумпа какие-то, ядрить его на корень, а? Ладно, давайте-ка найти... Давайте возвращаться как-то к себе в лесной форт родной. Ага, вот мы, значит, вылечить.
Ёлки-палки, у меня и этого за два кристалла придется тратить, ребят, как ни крути. Так, получаем еще денежку. И шикарно все. Так, кто-то у меня здесь еще, по-моему, валяется, да? Вылечить или подождать минуту? Наверное, мы будем просто ждать время, ребята. Не хочу я тратить кристаллы. Ну-ка, иди сюда. Хватит уже таскать у меня здесь сундуки с золотом. Ну, а мы продолжаем, ребята, апать наши здания. Потому что чем круче здание, тем больше они приносят нам денег. И тем больше мы наносим урона этой, как ее там называется, ревизии, которая приходит к нам периодически, навещая нас. Но приходят они, как вы видели, не по-хорошему, а по-плохому. Просто отбирая у нас все. Ну, не тут-то было, не на того напали. Так, ну что, рудник у нас пропался полностью. Так, мышки, спасибо вам за золото. Через минуту у нас будет нападение. Хорошо, ребята, это хорошо. Давайте тогда будем апать следующее. Так, что у нас тут? Плавильня и сад. Подождите, плавильню начнем. Денег у нас тут, извините, хоть одним местом жуй. Поэтому надо их тратить, обязательно тратить. Так, скорость 2х. 1 к урону, да? Понятно. Так, что там залагало-то у меня? Последний апик остался. Все, отлично. Так, что там у нас наверху? Ага, мышка летает. Иди сюда. Вдруг еще какой-нибудь сундучок прекрасный у нее окажется в руках. Что случилось? Я уж думал, нападение. Но пока нет. Это у нас тут плавильня, видимо, шуршит. Так, начинаем с вами апать сад. Замечательно. Так, крепыш, фингал точнее, стоишь там, будь на стреме. Не расслабляйся. Так, подождите, заняться ревизией. А, у нас нападение, елки-палки. Что-то сижу там, апаю все. Блин, не успел, не успел, не успел. Так, давай размазня, не размазняйся. Давай, давай, атакуй. Неужели упадет, а? Упала, упала моя размазня. Так, ну-ка давай, бабка, не подведи хотя бы ты. Смотри-ка, что, лучик издалека палит. Правильно, так вот, тележкой. Вот, все, пускай отдыхает. Мы их, естественно, провели. И что мы получаем на этот раз? И получаем мы дохлый номер. И еще 15 триллионов денег. Куда столько денег? Так, за 3 кристалла лечить. Нет, это позже. Так, отдай сюда. И еще очередная анчивка у нас. Охотник за сундуками. Ладно, пускай он там отлечится сам через 2 минуты. Ну, а мы с вами продолжаем апать. Инкубатор уже на этот раз. Сейчас по-быренькому все. А интересно, а что будет? Ну, вот мы проапаем до конца. И что на этом вообще? Как дальше-то продвигаться нам? Мы так и будем воевать все время с ревизией? Или будет какой-то тут у нас заключительный финал? Так, сейчас мы допаем салон и посмотрим. Почему именно салон? Странно, да, как-то? А, нет, помимо салона у нас еще что-то есть. У, как это? Я так деньги-то быстро спустил. А я-то думал, что у меня тут груды бабла. Шиш там, один на сотню. Деньги также очень быстро кончаются, как и зарабатываются. Губишки-то раскатил, миллионер хрена. Давайте-ка, ребята, полностью вот эту полосочку заполним, чтобы не висело у меня как бельмо на глазу. Так, отлично. Деньги падают. Что? Ёлки-палки, ребята, вы видели? Ее, оказывается, можно еще раз апать. Ёлки-палки. А что у нас прибавилось от этого? А, у нас прибавился еще один офисный работник. Ну, я имею в виду, типа мультяшки. Вот он сидит там за столом. Что они там делают, я так и не понимаю. Что-то красят слитки, что ли? Ладно, давайте тогда с вами... Так, отдай золото. Давайте тогда, наверное, все апать уже до второго уровня. Отлично, что тут у нас? Ага, их уже прибавилось. Ну что же, тут... Да опять не туда нажал. Ну что же, анимация тут довольно занятная. И это радует. Значит, что ты там забубнила? Все у меня нормально. Так, ага, понятно. Предупредила она меня, что на меня идут атаковать. Это, как ее там звать-то, я уже забыл все. Ревизия. Так, размазня, на этот раз ты, надеюсь, все сделаешь как надо. Два лучника. Ну-ка, один готов. И этот готов. Великолепно, мы получаем сундучок. И что с него выпадает? Деньги, как обычно, да?
Да, денежки. 699 триллиардов всего лишь-то. Очередная ачивка от нас сделанная. И мы продолжаем, ребята. И мы продолжаем. Давайте глянем сюда. Кадры. Тут понятно все. На посту. Улучшить я их пока не могу. У тебя есть... Ну, понятно, что у меня есть 27. Получить страховку. Бонус, я так понял, у нас уже активен. Так что мы ничего здесь пока сделать не можем. Так, дохлый номер. Да, ее нельзя пропать, потому что не хватает еще буквально одной карты. Как говорится, 3 из 4. Ладно, я надеюсь, что из какого-нибудь сундучка она все-таки рано или поздно упадет. Рудник проапаем тоже полностью. Что там у нас изменится, интересно? Ага, теперь 2 шахтера. Причем один там спит. Вот негодяй, а. Ему еще зарплату за это платить надо. Ну, как бы не так. Ты у меня попал, парень, на карандаш. Все, а здесь что у нас изменится? Так, я что-то, честно говоря, особо не понял. По-моему, ничего не поменялось. Ладно, давайте глянем, что у нас изменится в саду. Что такое? Ага, в саду. Нифига там денег нужно, чтобы его прапать. Я уже молчу. Отдай, янчивку отдай, серебряный язык. И надо мне, ребята, эту игру как-то ВКонтакте, в Фейсбуке, точнее, прописать. Ну что, вроде бы как прописал. Не знаю, получилось, не получилось. Мы это дальше увидим с вами, если будем, конечно, ее проходить. А вы уже пишите, понравилась вам она или нет. Так, мыши, отдавайте мне кристаллы. Точнее, деньги. Че я уже о кристаллах думаю. Так, что можно мне... Так, 182 триллиона я имею. Так, отдай сюда. Летаешь тут мне, засранка мелкая. Так, а как бы интересно, ребята, это проверить. Что тут у нас вообще еще можно? Поддержка. Не-не-не-не-не-не. Поддержка мне не нужна, раз она такая. И другие игры. Пик-пок. Ну ладно, ребята, на этом я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Понравилась игра, не понравилась. Будем ее играть, не будем играть. А на этом все, ребята. Я завершаю свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Так что скоро увидимся. Всем пока, ребята.